советовался с заказчиком. То есть вот эти отверстия тут хотели пружинку ставить. Ну, пружинки, я думаю, не хватит. Надо, чтобы там сантиметра на полтора-два хотя бы раздвигались валы. То есть фигня с пружинкой вообще полная получается. То есть подумал я и решил сделать вот так, как заказчик сказал, да, делай так, должно быть все офигенно. То есть выточил такие части, деталюхи. Вот эта часть будет привариваться вот сюда. Вот сюда будет привариваться. И когда крутишь, вот этот винт, вот эта часть будет приподниматься или опускаться. То есть, и, соответственно, с той стороны также будет сделано. То есть осталось все сварить. Вот это сюда приварится. То есть будет такая ручка. Плюс тут надо сделать натяжение. То есть выточил такой ролик из капролона. Хотели делать сначала из звездочки натяжитель. Ну, посмотрим, как капролон будет работать. То есть выточил такой торчок. Вот так будет одеваться. Здесь будет стопорное колечко. Все дело будет вращаться. Еще вот такую часть выточил. То есть это будет натяжитель. Он здесь будет вкручиваться. Здесь будет металлическая палочка. И приварю. И то есть будет натяжитель ходить вверх-вниз. То есть у нас будет вот так все дело выглядеть. Вот так. А здесь будет стоять редуктор сверху. То есть когда верхний вал будет приподниматься, цепь будет немножко подниматься. То есть надо, чтобы ролик вот так немножко ходил вверх-вниз. Он вот так будет ходить. То есть осталось все дело только сварить. Заказчик сделал вот такой вот каркас. Надо будет его немножко переделать. Варим. Ну вот что получилось у нас. То есть я их детали приварил, подкрасил немножко. Сейчас будем все дело собирать. Натяжитель. Собираем натяжитель. Ролик. Так, шайбочку сначала. Так, стопорное колечко на 8. Почти защелкнулось. Вообще шикарно, офигенно. Маслица. Я думаю, разработается, будет вообще легко крутиться. Так, вот эта часть. Тоже стопор. Главное, чтобы это колечко не улетело далеко, то потом его уже не найдешь.
Офигеть, еле одел. Все без люфтов. Этой гаечкой будет регулироваться ход ролика влево-вправо. Так, колечко и стопорное колечко. Стопорное колечко здесь уже на 10 большое. Все защелкнулось. Вот такой получился вертолет. Так, и эту также собираем. Так, как все это дело работает? Ну, вот собрал я такие вертолетики со стопорными колечками. Заказчик сделал такую раму, но ее надо будет удлинять, то есть выше делать. Как она работает у нас, вся эта конструкция. Вот это будет закреплено на уголке, то есть когда мы ее держим, начинаем закручивать, вал начинает подниматься. Видно, вал поднимается. Откручиваем, вал начинает опускаться. Ну и с другой стороны то же самое. По цепи. Цепь у нас. Так, чуть все запуталось. Цепь. И здесь у нас будет ролик установлен. То есть вот так все дело будет выглядеть. А здесь у нас будет пружинка, то есть надо будет просверлить отверстие и вот сюда, то есть натянуть, чтобы он был все время в натяге. А здесь будет стоять редуктор, то есть он будет все дело вращать и по ролику натяжному возвращаться обратно. Примерно вот так все дело будет выглядеть. Ну и все, здесь еще надо будет прорезь сделать в уголке для цепи, чтобы не мешало. Вот такую штуку я сделал, мне сказали сделать, чтобы тесто можно было раскатывать в блинчике. Подумал, ну такая, блин, долго, конечно, надо было думать, там, как что будет вообще работать, натяжители, фигители. Ну, должно работать, по ходу действия посмотрим. Я еще отдельно видос сниму, когда все дело человек соберет, там, на столе, когда все это будет работать. То есть поедем к нему смотреть, как все дело раскатывать, как будет тесто раскатывать данное. Конструкция. Но сзади меня фрезер надо той же делать, потому что время идет, чистить тумбу. Там полно дел. Привез консоль и уже места нет в мастерской. Еще там на площадке запчасти от этого фрезера три поддона. То есть стол, верхняя часть, нижняя часть и башка. То есть по ходу действия буду собирать фрезер и потихоньку сюда завозить. У меня есть группа ВКонтакте, Инстаграм, ссылка под видосом будет. Всем спасибо за внимание. До свидания.